как и в предыдущие годы, возможность получить частичную компенсацию на приобретение путевок в загородные лагеря есть у каждого родителя. В этом году сумма возвращения на одного ребенка составит 16 тысяч рублей. Количество мест ограничено, поэтому родителям стоит поторопиться. Прием документов начинается с 14 января в городском отделе по организации отдыха и оздоровления детей и работников бюджетной сферы по адресу проспект Нариманова, 13, кабинет номер 235. С 9 до 6 часов вечера с перерывом на обед с 13 до 14:00. Жители других муниципальных образований могут предоставить документы в районные органы управления образования. Родитель либо законный представитель может выбрать один из наших лагерей, смену удобную для них, оставляет заявку на портале и в течение 10 календарных дней к нам в уполномоченный орган в городе Ульяновске, это вот на проспекте Нариманова, дом 13, в других муниципальных образованиях, это управление образования муниципальных образований, приносят полный пакет документов, а он небольшой и не такой сложный. Это копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта родителя и справка с места работы или, извините, справка с места учебы ребенка. Помимо этого, четвертый год подряд жителям региона предоставят возможность подать заявку удаленно через портал оздоровления и отдыха www.leto73.ru. После подачи заявки в электронном формате в течение 10 календарных дней родителям необходимо будет предоставить необходимый пакет документов. Требования Роспотребнадзора в этом году также не изменились. И одно из требований для загородных оздоровительных лагерей – это загрузка не более 75% от общей проектной мощности лагеря. В связи с этим, конечно, количество детей в загородных лагерях будет чуть поменьше. Но вместе с тем мы планируем также организовывать школьные лагеря с дневным пребыванием с таким же количеством. По информации специалистов ведомства, летом будет работать около 30 детских загородных оздоровительных лагерей. Они смогут принять около 15 тысяч детей. По всем вопросам, касающихся летнего школьного отдыха, ульяновцы также смогут обратиться на специальную горячую линию по номеру телефона 43 30 31. Алина Тихонова, Артем Куранов, Управда ТВ.